Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда, заявил, что будет требовать выписывания ордера на арест президента Израиля Беньямина Нетаньяху. Как сообщил господин Хан, это связано с совершением господином Нетаньяху, я цитирую, ряда преступлений и так далее и тому подобное, военных преступлений, связано это с событиями в секторе Газа. И знаете, вот этим вот ходом я хочу сказать, что на самом деле Международный уголовный суд дезавуирует себя. Понимаете ли, когда ты выписываешь ордер на арест кого-то или какую-то повестку, наверное, есть смысл озаботиться тем, чтобы ты имел возможность осуществить предписанное в этом ордере. А вот они выписали ордер на сами знаете кого, и эхо долго носилось из Гааги с множеством гласных. А теперь вот они решили, господин Карим Хан, вот какие у нас прокуроры появились, к счастью, не у нас, но появились, он решил вот на Беньямина Нетаньяху вот такой наезд совершить. Во всей этой истории меня поражает честно то, что неизвестна судьба еще множества заложников, захваченных в Израиле в ходе чудовищной, гнусной террористической атаки вот этим поганым Хамасом. И вот это же все начало, и про это все как-то молчат. А почему господин Карим Хан не озаботится судьбами вот этих несчастных людей и хотя бы попробует узнать, живы ли они? Нет, вместо этого делается пиар, и одновременно с этим пиаром идет разрушение, знаете, вот дискредитация тотальная вот этого института, Международный уголовный суд, Гаага. Да идите вы с вашей... Простите, но на самом деле это ведь так-то оно так и выходит. И они... Никто не дискредитирует фигуранта лучше, чем сам фигурант. И обратите внимание, как в наше время все боятся этой дискредитации. Именно даже слово в законе прописывают. А почему так? Осознают, насколько велика сила информации. Но исправляться при этом и из людоедов, упырей и чудовищ становиться хоть чуточку лучше все равно никак не желают. Идрить ту Люсю распердых налево. Дорогие друзья, добрый день. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Со своей новой стрижечкой, такой обалденной. Сам себя постриг. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою непутевую деятельность. И я провожу эксперимент, что-то я застопорился. В хорошие деньки 12 могу подтянуться, а так десяточки и все. Я вот решил не мытьем, так катанием. И дальше вы увидите целый ряд моих экзерцисов в течение дня на турничках и брусьях. А там еще гантели, но они в кадр не вошли. И экзерцисы после выкладывания этого видео будут далеко не окончены, потому что нет предела совершенству, твое тело, твой главный актив. И знаете что, когда дискредитируется все совершенно на свете, верить нужно в себя, в свои силы. Доброго денечка. А теперь брусочки. Брусочки, друзья, прямо на сосочки.
удовольствие, действительно. Вот они, белые красавцы. Вот их друг. А какие-то парят в небесах. Брусочки, брусочки, полезные на сосочки. Дубль 3. Первый раз я не снял, десяточку сделал. Сейчас третий раз. Попробую хотя бы 5 раз. Просто попробую подходами взять. Будь в форме, товарищ, будь в форме, чтобы всегда быть готовым. Это второй подход. Вообще сегодня планирую сделать 5 или 6 подходов, сколько получится. Физкультурите. Да-да, второй раз напротив солнца. Будут и брусочки на сосочки и так далее.
Боже, какая красота. Белые голуби и последняя голубятня Арбата. Друзья, это моя последняя попытка для видео. Я, наверное, больше не буду снимать, как я подтягиваюсь, потому что вам это наверняка здорово надоело смотреть, эти потуги. Но хочу сказать, что это такой эксперимент, и я все равно хочу подтягиваться 50 раз и одной рукой человека за горло. Шучу, конечно, шучу, ничего такого не хочу, но развиваться необходимо. Итак, попробую хотя бы 5 раз еще на свои усталые телеса. Не любил подтягиваться, но это, конечно, очень полезное упражнение. Действительно развивает и плечи, руки, хватку, спину, пресс. Действительно, ты висишь как сарделька, а руки тянут тебя вверх. Она еще и ездит. О, 8 раз, ну сколько мог, и чуточку брусочки на наши усталые сосочки. Брусья — это что-то. Доброго дня. Пока.